Всем здрасте. Вот такая вот машинка Subaru Forester SH. Штатный ксенон в рефлекторе. Подробная инструкция, как переделать на лампы LED все это дело. Берем, значит, машинку. Открываем капот. Снимаем вот отсюда вот горловину заливную для стекломывашки. Залазим сюда вот за фару и смотрим вот на этот вот разъем. Разъем фары. Снимаем его с фары. Там снизу клипса. Туговатенько, да. Вот так отстегиваем. Вот здесь у него есть контакты. Идет там ближний, дальний. Точно не покажу сейчас. Вот. Вот эти два крайних, 12 вольт, приходят в фару внутрь, на блок розжига. Их извлекаем из этой фишки, именно эти пины. Для того, чтобы извлечь, нужно вот эту пластиковую штучку, она вот здесь защелкнута, снять ее в эту сторону, наружу. Вот. Потом нажать. На самом пине есть такая штучка, как фиксатор. На нее тоненькой-тоненькой иголочкой нажимаем и назад вытаскиваем оттуда эти два пина. Все, фишка нам больше не нужна. Застегиваем ее на место. Таким образом мы отключили блок розжига ксенона штатный, там, который находится под фарой внутри, внизу. Эти два проводка, которые мы оттуда сняли, мы их, эти два проводка, ну это не вот эти два проводка, это дальний, мешается, убрать его в сторонку. Вот. Эти два проводка, которые мы отсюда сняли, подсоединяем к ним, подпаиваемся или вставляем просто как залуженный конец провода в них. Вставляем и ведем сюда эти провода в крышку. Вот, вот два провода, 12 вольт, которые были питанием блока розжига. В крышке делаем отверстие, вставляем уплотнительную резинку. Сквозь эту резинку в крышку как плотно. Проводим эти два провода внутрь. Вот таким вот образом. Вот они проходят сквозь резиночку плотно. Все, фара герметична. На эти два провода делаем две мамы. На разъеме лампы идет штекер. Аж седьмой в данном случае был установлен. Но в D2SR, там 1, 2, 3, неважно. Там идут просто два папы, два конца. Ну, смысл тот же. Вот. Устанавливаем лампу, как обычно, под защелку, вот под эту вот, фокусируйся, вот этой защелкой фиксируем. Все, лампочка внутри здесь стоит, зафиксировано четко, все, проводом вниз. Здесь идет колпачок отсечения света. Там за ним стоит лампа. Точно так же, как стояла ксеноновая. В дальнем стоит вот тоже F3. Но в дальнем все гораздо проще. Вот. В дальнем все гораздо проще. Пыльник чуть-чуть здесь дырявенький. Пылится немного. Нежелательно, что в таком состоянии лампы находились. Вот. Все. Блок розжига у вас отключен. Сам разъем, который был штатный, ксеноновый, вот он лежит внутри. Он помещается спокойно внутрь фары, укладывается туда и остается у вас все целое. То есть в случае, если вам необходимо в дальнейшем обратно вернуть машину на ксенон, ну вдруг вы так решили, хотя вряд ли вам это понадобится, потому что свет реально становится лучше.
Вы просто достаете оттуда этот разъем, ставите сюда за место лампы диодной, ставите ксеноновую, подключаете к ней разъем, и вот эти два пина тупо вставляете обратно в свои отверстия. Все. Единственное, надо, ну, полярность. Может, если нарушить полярность, не будет работать блок розжига. Просто он не включится. То есть, попробовали, посмотрели, не включился. Поменяли местами, включился. Также и с LED-лампами. У них есть полярность. Плюс-минус. То есть, тестерам прозвонили плюс-минус. И все, и подключили. Все упаковано. Все в гофре. Все. Туда все помещается спокойно. Крышечка плотненько. Обратно. Застегивается. Одной рукой очень неудобно. Ну ничего. Сейчас мы все упакуем. Все, провод уложили. И вставляем обратно крышку. Застегиваем. Все готово. Крышка на месте. Провода через резинку в гофре идут к фишке. Все. С дальним вообще все проще. Вот он. Разъем HB3, который у вас подключается вот так вот к лампе, да, сюда. Вы его с лампы снимаете. В него вставляете HB3 провод от лампы. Вставляете лампу, укладываете вниз аккуратненько блок, все. И наслаждайтесь светом. Штатный ксенон в рефлекторном отражателе был заменен на F3 в цоколе H7. Подпилен чуть-чуть цоколь. Ближние и туманки сейчас включены. Туманки модули 90 мм. Диодные, линзованные. Сейчас покажу дальний. Тоже F3. Ха, просто! Ребят, это вообще это... Вот я выключил туманки. Вот включил. Вот только туманки. Только туманки. А вот я моргаю сразу ближним дальним. Ха-ха, ближний. И ПТФ-ки. Это просто пушка.